Ну, знаете, у нас такой бардак в этом СМИ, потому что высасывается, особенно если только касается желтой прессы, высасывается все из пальца. Здесь, конечно, когда касается таких должностей, таких вообще отраслей, таких как вот РЖД, тут надо, по-моему, 300 раз перепроверить, чтобы что-то ляпнуть. Это хорошо можно там ляпнуть вот в тусовке, там кто-то там с кем-то вышел, кто-то там с кем-то зашел, кто-то с кем-то переспал, но здесь это не желтая пресса. Или если вы получаете образование как журналист, вы определяете, или вы идете журналисту, знаете, клубничку там всякую нам рассказывать, или все-таки какие-то быть околополитической каких-то отрасли какую-то политическую освещать. И в том числе все, что находится около и рядом. А так получается, что у нас РЖД это стало очередной повод какой-то для желтой прессы. А давайте сейчас уже, ну так смешно, то, что касается МВД, мы уже знаем эту историю вот с Васильевой. Ну товарищи, у нас сплошной шоу-бизнес, уже все в одну кучу. Пожалуйста, проверяйте информацию. Так вот народ уже за границей, уже чужие люди смеются над нами. Ну хотя бы не такие ляпы не делайте, так как идиоты выглядим.